Фонд медицинского страхования выделил на меры по борьбе с коронавирусом по региону более 1 миллиарда 475 миллионов тенге. На что потратили эти средства и кому сегодня выдаются бесплатные препараты? Об этом и не только шла речь на брифинге региональной службы коммуникаций. Для оказания помощи населению заключены договоры с 23 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи на сумму 339 миллионов тенге. На надбавки медработникам за особые условия труда 983 миллиона тенге. На ПЦР-диагностику 173 миллиона, рассказала в ходе брифинга директор регионального фонда медицинского страхования Лариса Гордеева. Для выплаты надбавок из средств республиканского бюджета региону выделено 983 миллиона тенге. Всего за период с марта по июнь фондом как финансовым оператором уже выплачено 570 миллионов тенге дополнительно к заработной плате медработников. Фонд медстрахования отмечает, что ежемесячно растет число медицинских работников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получали 493 человека сотрудника, то в июне их численность возросла до 1491. Для возмещения медицинским организациям всех затрат, которые связаны с диагностикой, лечением коронавирусной инфекции и ее осложнений, фондом разработаны тарифы с учетом тяжести пациента. Так, лечение легкой степени КВИ одного пациента составит 292 тысячи тенге, средний 446, тяжелый 1,5 миллиона тенге. За лечение крайне тяжелой степени фонд оплатит 1,7 миллионов тенге за одного пациента. Полагаются и бесплатные медикаменты тем, кто лечится амбулаторно на дому. На амбулаторном уровне за счет средств обязательного медицинского страхования предусмотрено обеспечение следующих лекарственных средств. Это детям противовирусные препараты, жаропонижающие препараты, антибактериальные препараты. Если ранее данные препараты были только доступны детям до 5 лет, то сейчас фонд медстрахования реализовал эту возможность детям до 18 лет. И, например, с 1 января по 17 июля 2020 года бесплатные лекарства при ОРВИ и пневмонии получили в целом по республике 165 тысяч человек, пациентов на сумму 190 миллионов тенге. По нашей Северо-Кавказской области получили 2492 пациента на сумму 4 миллиона тенге. Из дополнительно запланированных объемов финансирования фонд медстрахования в наш регион направит порядка 212 миллионов тенге на работу мобильных бригад. Уже сейчас в регионе, по данным Управления здравоохранения, работают порядка 96 таких бригад при поликлиниках и районных больницах. Тариф за один выезд 5400 тенге. Екатерина Белоусова, Самат Есенгалиев, служба новостей.